Мы точно понимали, что у нас будет новая форма, и тут было два варианта. Либо классическая презентация, когда мы просто представляем наших футболистов на фоне знаковых мест города, чтобы была прямая ассоциация, футбольный клуб «Енисей», «Красноярск», «Река Енисей» там, и так далее. Мы такую фотосессию провели действительно, и в ходе обсуждения вот у нашего гениального пресс-атташе возникла идея еще, собственно говоря, предварительно сделать ну, такой заброс, посеять интригу. И, соответственно, вот так родилась эта форма, на которой, соответственно, мы также постарались отобразить. Вот в данном случае это вариант якобы домашней формы, где часовня у нас и коммунальный мост отражены. То есть, как бы, главные символы города, Енисей, как главная команда края, города, соответственно, вот это все отражает. И гостевой вариант, где полностью однотонная синяя форма и много-много львов, как символ, опять же, города, края и наш клубный талисман, соответственно, они отражены на этой форме. Выглядит все это красиво, необычно, и вот за счет этой необычности, конечно, возник такой глобальнейший резонанс, потому что мы вошли в федеральную повестку дня, об этом говорили все федеральные СМИ, футбольная общественность, то есть там телекомментаторы наши известные там включились в обсуждение такого формата, насколько это будет корректно, логично и интересно смотреться. И тут разделились на два лагеря. Одни говорили, да, это вау, круто. Другие не верили и считали, что это действительно шутка, и они были близки к истине. Ну, а буквально мы сутки выдержали паузу и потом презентовали действительно настоящую форму. Остановились на красного цвета форме, которая будет нашей домашней, и синего цвета форма, которая будет, соответственно, выездной. Красно-синий, наши клубные цвета мы сохраняем. Новая форма, она интереснее с точки зрения качества. Это уже немножко другого поколения материалы, не те, которые были раньше. Поэтому в этом плане футболистам, наверное, будет комфортнее в этой форме, потому что лучше дышит, особенно в жаркую погоду, как сейчас, например, в Красноярске. Конечно, в такой форме будет достаточно комфортнее играть. В общем-то, не за модой гонимся. Нам главное в этом сезоне спортивный результат показать, учитывая, что мы первый раз в элите российского футбола. Но просто, конечно же, предварительно еще и надо важные моменты с точки зрения маркетинга соблюдать. Но вот просто так вырядиться в этой футболке и выйти, это, ну, не тот повод, не совсем правильный подход. То есть мы здесь разделяем как бы коммерческую составляющую и маркетинговую, и спортивную составляющую. Это все-таки разные истории.